Новый год – это один из любимых праздников юных ульяновцев. Ведь это время чудес и исполнения желаний. С наступающим праздником детей поздравили губернатор Ульяновской области и члены деловой России. Главное не подарок, а внимание. Особенно его не хватает детям, оставшихся без попечения родителей. И детям тех, кто сейчас защищает нашу родину. В этом году для ребят постарались создать настоящую новогоднюю сказку в рамках акции «Елка желаний». Глава региона поздравил ребятню с наступающими праздниками. Тебя как зовут? Паша. Паша? Это у тебя Мишка, что ли? Ты настоящий русский медведь? Удивляйся. Инициаторы праздника – ульяновские бизнесмены, члены общественной организации «Деловая Россия». Помимо подарков для детей, подготовили концерт, конкурсы и развлекательную программу. Мы приняли решение о том, что это будет традиционное мероприятие. Каждый Новый год у нас есть деловая наша часть, как бы, да, и однозначно мы будем увеличивать масштаб именно детской поддержки, детских таких форматов, детских елок. Очень внимательно организаторы отнеслись и к выбору подарков. Чтобы исполнить детские мечты, сначала узнали, чего же хотят ребята. Мне каждый ребенок говорил свое пожелание. Мы все записывали, старались воплотить это все в реальность, мы это сделали. Дарить счастье детям и делать хорошие дела – вот что бесценно для организаторов акции. Искреннюю доброту, внимательность и щедрость по достоинству оценили и дети, и их родители. Очень благодарны за то, что нас сюда пригласили. Чудесная елка, был замечательный концерт, Дед Мороз, Снегурочка, очень интересные конкурсы. Дети рассказывали стихи. Также ребенку подарили подарок, который он сам попросил. Он был очень рад. Мне понравился Дед Мороз со Снегуркой, как мы песню пели, как меня вызвали к Деду Морозу потанцевать. Потом нам подарки рисовали, мне это понравилось. После торжественного поздравления состоялась встреча губернатора Ульяновской области с членами деловой России. Участники подвели итоги работы организации в 2022 году и обсудили планы на 2023. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.